продается кобылка. Родилась 18 апреля 2023 года. Ее отец – жеребец чистокровной верховой породы по кличке Брезнау, линии Man of War от Тизнау и Bubble and Squeak. Из 6 стартов занял 2 вторых и 1 четвертое место. Отец Брезнау – известный жеребец Тизнау, чемпион США 2000-2001 годов. Единственный, кому удалось выиграть Breeders' Cup Classic дважды. Из 15 стартов Тизнау занял 8 первых, 4 вторых и 2 третьих места. За скаковую карьеру он выиграл более 6 миллионов 420 тысяч долларов. Мать Брезнау, темная гнедая кобыла Bubble and Squeak, из 9 стартов заняла 1 первое и 3 вторых места. Мать кобылки – кобыла темно-гнедой масти по кличке Венера. Венера уже дала кобылку по кличке Жул де Зай, которая 3 раза участвовала в Тайбайге Мангистауской области в 2022 году. В феврале – 2 место, в июне в Жанаузен – 3 место и в октябре в ауле Куланды – 2 место. Какие документы оформляются при покупке? С покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую выдается паспорт вне коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.